Esatto. Тридцать человек волонтеров, которые будут здесь у вас помогать, вот, не так. То есть обучение, программы вести, да, различные. Чтобы это самое, масло выставили туда и сразу подавали. Каждому пакету, масло? Так? Да, масло. Отдельно. Подсолнечное отдельно, да. Не стали делать его в этот, ну, чтобы не разлилось. Не разлилось. Да. Разольется там вообще-то. Да. Ну. В Старобежске открыт пункт гуманитарной помощи от Единой России. Вы видите, сколько людей отозвалось на эту помощь, вот, с благодарностью, потому что помощь на этой территории, она освобожденная. Вот, еще не совсем все у нас ладно, не все мы сумели еще организовать так, чтобы людям было достаточно и питания, и уважения. Вот. И сегодня это очень важно. Очень важно. Вы видите, как они с удовольствием подходят, благодарят. Вот. Я благодарен и Единой России, и главе Луганской Народной Республики за внимание, которое нам уделяют администрация и Единая Россия, и в целом Россия. Вот, очень рады и благодарны за это. Все нормально. Удачи. Спасибо большое. Не за что. Спасибо. Мужчина, переходь. Мужчина. Мы приехали сюда по распоряжению нашего губернатора Михаила Владимировича Развожаева. Здесь работаем. Здесь у нас хоть небольшая команда из 5 человек. С нами здесь присутствует замгубернатора Толмачев, Крутянский, штаб мы вместе. Мы работаем вместе. От Единой России мы также привозим гуманитарку сюда, лекарства. Приезжают с нами по очередности, то есть врачи следят за людьми, те, которые находятся у нас в ПВР «Веселая», здесь недалеко от Старобельска. Находится там на сегодняшний день 187 человек. Сейчас переговорили с Турчаком, он разрешил взять 187 наборов отсюда и отвезти людям. Люди там находятся, с Северодонецка, с Рубежного, с Кременной. Ну, в общем, живут, люди потеряли все. Но мы стараемся, мы им помогаем.